Всем привет, с вами Надбар, и вы смотрите 38-ю серию игры City Skylines. И эту серию я начну не с того, что буду что-то строить, а буду что-то разрушать. Я бы, в принципе, хотел за кадром это сделать, эту разруху, которую тут планирую, совершить. Но все-таки подумал, стоит объяснить, зачем я это буду делать и почему. Первое, что я хочу изменить, это поменять местами эти развязки. Почему так? Потому что все-таки вот эта моя турбинная развязка имеет большую пропускную способность, чем клевер. Но у клевера есть хорошее преимущество, на нем можно разворачиваться. Так вот, его логичнее все-таки было бы поставить вот здесь, а как раз-таки турбинную, у которой выше пропускная способность, поставить на главной дороге. Но это же правильно, тут машин больше-то слева. Поэтому, наверное, прямо сейчас я этим и займусь. Это очень быстро, я попытаюсь с помощью мода Movit это сделать. Кстати, хотел еще рассказать про некоторые моды. Наверное, самые внимательные из вас заметили, что я играю без трафик-менеджера, и это не просто так. Дело в том, что из-за трафик-менеджера, вернее, трафик-менеджер пока что, скажем так, конфликтует с пропускными пунктами. Если его поставить, то тогда машины будут просто сквозь него проезжать, не будут платить, ну, короче, вообще ничего работать не будет. Ну, а мне же надо, чтобы работало. Так что сейчас я попробую... Трафик-менеджер я отключил, что я вам советую. Там вроде бы уже какие-то фиксы появились, я... должны были появиться, по крайней мере, я не уверен. Так, подождите-ка, тут в мувите, смотрю, интересное. Так, деревья мне не нужны, копир. Смотрите, новая функциональность в мувите. Может, не новая, но я впервые ее увидел только сейчас. Я хочу это переместить. Вот так вот по-хитрому обхожусь с этой развязкой. Ну, чтобы не перемещать, знаете, не перестраивать. Все-таки мне же нужно просто заменить их местами. Тут, по-моему, даже привязка только что я где-то видел. А может, и не видел. Ну, короче, как-то вот так пусть оно стоит. Да, там вижу проблема с дорогами небольшой, я ее поправлю. Заново тут еще выделяем. Возможно, все-таки оно не так сработает, как хотелось бы. Из-за неровностей, да, разных. Но ничего. Короче, как-то вот так вот поставим мы и нормально, я думаю. Все, отключаем. Тут у нас пишет, что не соединено. Ну, конечно же, не соединено, это мы и сами понимаем. Так, сейчас все очень быстро пофиксится. Все-таки, я считаю, модификацию Movit одну из самых полезных в игре. Вот, наверное, всем рекомендовал бы поставить. Она в любом случае нужна. Часто позволяет экономить очень большое количество времени. Ну, потому что без нее, как вы видите... Ну, вот в этом случае мне бы пришлось с нуля перестраивать развязку. А так, буквально поменял их местами, да и все, и уже почти готово. Но, правда, вот тут, конечно, беда-печаль. Давайте немного пофиксим это дело тоже. Приходит на помощь нам Movit. Тут вот есть такая клавиша. Выровнять высоту, ну, например, с вот этой вот точкой. И все, ну... Меня устроит уже такой вариант, я, в общем-то, могу на этом и успокоиться. А здесь еще небольшая неровность. Да и ладно, пусть пока что будет, туда все равно проезда пока что нет. Делаю соединение дополнительное здесь. Ну, немного неровно как бы стало, конечно, да. Я не идеально поставил, но так тоже неплохо. И вообще, для чего я все это делал? Сейчас еще вот мне очень повезло, что тут у меня... я могу удалить этот уголок. Короче, я так немного подумал, да вы мне в комментариях тоже писали, что это не самая удачная форма для сельского хозяйства. И это правда. Если подумать, то тут же просто все эти поля, они квадратные. И в данном случае, в случае сельского хозяйства, логичнее всего было бы ставить именно просто прямые дороги использовать. А я почему-то начал рисовать какие-то рисунки, но хотел выпендриться, а получилось по-глупому совершенно. Так что давайте по-простому, по-человечески просто сделаем... Две прямые дороги. Правда, они, по-моему, не совсем параллельные, да, мне кажется? Ну, давайте вот с обратной стороны пойдем. Может быть, конечно, и параллельные, это я все надумал себе. Ну, короче, вот так. И теперь отсюда мы пустим такие дублеры небольшие. Надо только небольшой отъезд от развязки сделать, хотя бы в один сектор. То есть где-то вот тут начнем мы. И буду делать съезд. Съезд я, скорее всего, буду реализовать с помощью двуполосной дороги. Тут мне прям игра подсказывает. Ну, неплохой вариант, меня устроит. И с этой стороны я бы хотел симметрично все сделать. Ну-ка, получилось? Ну, не знаю, получилось или нет, но... можно даже немного подвинуть. Типа вот так. По-моему, чудесно. Выглядит привлекательно. Ну, вот как-то так. Такие вот дороги, эти дублеры нам потом пригодятся для того, чтобы... Ага, тут еще и надо направление поменять, конечно. Чтобы именно к ним мы присоединяли уже основные дороги, которые будут пользоваться для основного трафика. Я побольше съездов потом поделаю, но пока так.
теперь. Эту часть, ну, наверное, полностью буду разрушать. Как-то не задалось оно у меня, форма тоже. Получилась не совсем капелька, как тоже некоторые из вас самые, ну, то ли внимательные, то ли просто думающие о чем-то не том заметили. Поэтому да, давайте я проверю для начала, где еще тут сельское хозяйство. А, ну тут повсюду. Опять же, да, так что проблем нет. Здесь я давайте сделаю соединение. Я сейчас буду, короче, такая работа над ошибками у меня будет происходить в данном случае. Правильно же, да? Вроде бы как-то так это должно соединяться. Странно выглядит, вот ничего не скажу. Но нормально, пойдет. Да, заметил такую особенность небольшую. В общем, если эти поля переносить стандартно функционалом, то есть через вот эту вот кнопочку, то животные все остаются там, где и были, в общем-то, на своих местах. Интересная особенность, ну так, то ли недоработка, то ли чего, но назовем это особенностью. Я не буду переносить сейчас вот эти складские помещения, маленькие зерновые элеваторы. Ну, потому что это... Я, в общем, скорее всего, немного промахнулся с их количеством. Их, я думаю, так много не надо было, как я сделал. Хотя мне в комментариях писали, что у многих с ними какие-то проблемы возникают. Но я думаю, что все-таки дело в их количестве. Их не нужно прям настолько много, так что я поудаляю часть. Это же как буферная зона. Такая вот... Ну все, вот так вот. Я специально ничего не переносил, потому что мне, в общем-то, и не нужно было ничего переносить. И теперь я буду очень аккуратно строить, наверное, двуполосные дороги и вот эти вот новые, которые добавились. Тоже еще одной моей ошибкой было то, что я... Ну, дороги ведь новые добавились, правильно? Мне было интересно их затестить, но в итоге все-таки не стоило прям так сильно на них нападать как-то. Я сразу решил все сделать из новых дорог, да и не стоило. А почему не стоило? Потому что к сельскому хозяйству все-таки лучше подходят проселочные дороги, самые вот эти вот стандартные. Наверное, их я и буду использовать в данном случае. Ну, в общем, основная идея теперь планировки какая-то такая. Сейчас еще осталось буквально один маленький штришочек сделать, это добавить еще одну тут промежуточную дорогу. Просто чтобы была, она будет проходить вот так вот. То есть от моста к мосту. Уж не знаю, как это получится, нормально или нет, но должно быть нормально. Вот как-то так. Чтобы на мост им получше было заезжать на каких-то таких горбах странных. Ну, не знаю, посмотрим, короче, как это сработает, но без этого, мне кажется, было никак. И теперь начнем вот в этой сельской зоне расставлять теперь заново все эти постройки. Начнем с главного здания. В принципе, его вот не... Вот это здание вообще не важно, где ставить, поэтому я его поставлю прямо у въезда. Ну, а почему, собственно говоря, и нет, там ему, наверное, и место. Дальше нужно пожарную станцию где-то тоже вначале поставить, чтобы им попроще было везде заезжать, разворачиваться и вообще. То есть они вот тут развернутся на клевере и будут жить прекрасно, радоваться, все у них хорошо будет. Ну и к тому же тут теперь двусторонняя дорожка, там тоже хорошо проедут. Так, мельницы пока не ставим, давайте поля вернем на те места, где они были. И пока я расставляю еще парочку комментариев, это, например, амбары, я понял, что не стоит расставлять возле главных дорог каких-нибудь. Потому что на них иначе создаются пробки. Но тут тоже есть небольшой комментарий. Несмотря на то, что вот эту дорогу я бы посчитал главной, на ней можно ставить, потому что... На ней грузовики будут ехать не в ту сторону, в которую они в основном едут. Ну вот такой вот хитрый небольшой план. То есть вот здесь будут заезжать, а эти в обратную сторону едут, и поэтому пробки, по моим ожиданиям, создавать не... А как вас там так много поместилось-то в этом амбаре? В общем, два маленьких амбара рядом, пусть они там и стоят. А еще у нас была мельница, которую мы поставили где-то там в начале. Я думаю, так ее размещу. В общем, будем экспериментировать в этой серии в основном с разной расстановкой, потому что тут есть о чем подумать и есть на что посмотреть. Ну что, вроде бы я все переставил из таких основных построек. А, да, и теперь пишет недостаточно сырья, но теперь мы подождем. Пусть нака... Ух ты! Вы только посмотрите, несмотря на то, что я поля перенес... Они сами возвращаются, то есть, а если б я за полкарты, например, перенес это поле? Вау, я раньше не замечал, что такое было, да я раньше и не переставлял на самом деле ферму с вот этими всякими овечками, вот смотрите, а. Сама овца бродит, то есть, тут еще они отдельно каждая идет. Смотрите, в этой игре даже коровы отдельно все воспринимаются, то есть, например, овца бродит, это овца ест, класс. Класс, вот это мне нравится. Ну, птички, само собой, мы и раньше видели. Я думаю, что такая расстановка намного более логичная.
Я специально сделал районы именно таких размеров для того, чтобы тут можно было два поля вот рядом разместить. Ну, тут, конечно, чуточку промахнулся в пару клеток, да, но это ничего. Ничего страшного, тут не такой большой зазор, в принципе, остался, да и на всякий случай, может быть, какое-нибудь длинное здание у нас появится потом. Я еще так особо не заглядывал, и смотрите, вроде бы ситуация по сырью, по крайней мере, на мельнице налаживается, но... Смотрите, у нас уже мука накопилась, а у нас нет склада для муки. Вот такой вот тоже нюансик есть. И для того, чтобы мы могли найти склад для муки, он у нас вот здесь, вот склады, и можем любую из них выбрать, они в самом начале доступны абсолютно все. А есть совсем уж складская площадка, то есть это минимальный склад. Ну, давайте начнем с нее, просто попробуем. Посмотрим, что же это такое. Ну, например, вот здесь. И здесь в хранимый ресурс поставим мука, прямо напротив мельницы. Да, это ничего, что тут им развернуться негде, они смогут разобраться, это для них совершенно не проблема. Мостики, кстати, я вот здесь вот так вот аккуратно выполнил, вроде бы они здесь должны идеально стать. Вот можно здесь еще даже пониже, по-моему, опустить. Вот как раз грузовик едет, да? Можно посмотреть, поместится он там или нет. Ну, должен поместиться. Короче, какое-то такое вот размещение. Думаю, оно прикольное, должно себя хорошо показать. Вроде бы проблем особых по размещению нету зданий. Мне нравится пока что. Сырье. Ну, злаковых культур недостаточно. Но тут как бы склады у нас забиты этими злаковыми культурами. Возможно, не хватает полей. Вот тут хороший вопрос. Давайте посмотрим. Может быть, добавим еще какое-то одно поле. Мне писали в комментариях о том, что с вот этими полями есть много у кого проблема. То есть многие страдают из-за этого. У всех пишет то, что недостаточно сырья. Независимо от того, там достаточно его, недостаточно. Вот прям у всех проблема поголовно. И поэтому, ну, не до конца понятно, чем все-таки проблема. Давайте здесь сделаем внешний вид теплица. То есть тут у нас такие теплицы в ряд будут идти. Это прикольно, потому что... Я играю без трафик-менеджера, опять же, напомню. Вот поэтому все абсолютно честно. А здесь у нас проблема с преступностью. Но у нас полицейский участок есть в этом городке. Или должен быть. Да, вот здесь у нас полицейский участок. То есть они сюда выехали, поехали. Должны добраться сюда. Вот почему-то с главными вот этими зданиями бывает проблема. Я наблюдал, что отсюда и мусор плохо вывозят, и с преступностью тут какие-то проблемы. Я думаю, что это именно какой-то баг. Иначе я это объяснить не могу, потому что по полиции и вообще... Ну, необъяснимо, необъяснимо немного. Я просто замечал, уже немного последил, вот именно в этом здании постоянно какие-то проблемы. Больше ни в каких. Да, я хотел тут сделать побольше теплиц. Вот так, и прям все вот это пусть будет... тепличная такая территория. Это нормальная тема, например, если вы бывали в теплых краях, то там в основном народ выращивает именно в теплицах. Скажем, те же самые помидоры выращиваются в теплицах. Хотя странно, да, теплица, ну, там, наверное, немного по-другому она может называться, но смысл тот же. В общем, в таких вот зданиях выращивают. Почему? Потому что там слишком жарко, и если не накрывать те же самые помидоры, они тупо сгорят на солнце, и все, приехали. Так, тут машинки... А почему вы так едете? Нет, тут можно проехать, все нормально. Все нормально, развязка хорошо функционирует, поэтому не до конца понятно, почему они катаются неправильно, на мой взгляд. А, да, здесь я вот таким вот красивым на мой взгляд, красивым образом все это разрисовал. Хочу еще, наверное, здесь добавить соединение, оно напрашивается само по себе. Или угловое вот так вот под 135 градусов. Да, пожалуй, лучше угловое добавлю. И здесь еще домики. Кто-то написал в комментариях, а что, собственно говоря, высокая плотность только? Почему нет низкой плотности? А нет низкой плотности, потому что... Вот, может быть, вы знаете, в таких даже советских городах, которые строились вот чисто под производство, под какое-то, там в основном строили именно дома высокой плотности, скажем. Ну, они по-другому назывались, ну, короче, панельки такие строили. Потому что нужно было разместить как можно дешевле, как можно большее количество людей в какой-то локальной области. И в данном случае, поскольку это поселение именно в таких промышленных целях построено, я посчитал, что логично будет сделать именно большую плотность. Иначе бы, если маленькую, я бы здесь низкую плотность сделал, людей бы просто не хватило нигде. Это бы разрослось на какую-то колоссальную территорию совершенно, а этого я не хочу. Поэтому, ну, конечно же, будет без этого. Но, как бы, какое-то уникальное здание можно им поставить, чтобы люди порадовались хоть немного. Вот, например, клуб, сельский клуб такой, ну не сельский в данном случае, но тем не менее клуб,
Я думаю, хорошо здесь станет. Правда, шумновато, конечно, от него, но мы посмотрим, если действительно будет большие проблемы, мы просто возле него, а даже не наверное, а сразу я сделаю здесь коммерцию. Такой центр города у нас тут получается, ну, не совсем центр, но я здесь еще планирую строить, поэтому это будет центр. И поэтому клуб сюда, ну, нормально так вписался. Заменим здесь дорогу на дорогу с деревьями, может быть, это поможет чуточку шум погасить от всей этой территории. Конечно, маловероятно, но хоть что-нибудь... Лучше я им ничего не могу предложить пока что. Даже вот так. У дома разрушились почему-то. Так, все еще недостаточно сырья, но тут явно проблема в чем-то другом. Интересно, что выезда нет. Просто забор со всех сторон. Но зато мука у нас нормально производится. Ее уже вот вывезли сюда. Часть хранилища 16 из 100 тонн. То есть нормальная такая складская площадка. И хочу заметить, что вот я не обратил... Вернее, я-то обратил, но забыл об этом сказать... На обзоре, что по мере заполнения тут реально появляются какие-то там на том же... Бревна появляются, например, на другом складе, да, или, в общем, те ресурсы, которые мы будем складывать. Это классно, то, что это предусмотрено. Мне нравится. Ну, вроде бы тут два сбалансированных, одно на опорожнение, но я бы не сказал, что работает все правильно. Не совсем на опорожнение. Непонятно пока что логика всего этого дела. С этой стороны тоже я что-нибудь потом сделаю, я пока вот пытаюсь понять, а нормально ли, что я им тут сделал такой вот резкий выезд, может быть, будь более плавно им было бы получше, но уже ладно. То есть вот так вот, да, типа, чтобы заезжали. Давайте просто затестим, я думаю, что какая-нибудь односторонняя дорожка в самом начале была бы очень в тему. Ну, например, шоссейная, да? Короче, ладно, идеально одинаково не получается, но пусть уж так. Я за этим и не стремлюсь. Ну что, вроде бы наладилось снабжение. То ухудшается, то налаживается. Но пока что развивается, пока что эта вся штука. Смотрите, теперь у нас следующая ачивка скоро будет. А для того, чтобы ее достичь, нужно еще немножко работников. То есть нужно добавить несколько зданий. Посмотрим, что у нас есть, кроме муки. Загон мы уже поставили, по-моему, один. Ну, могли бы еще один поставить, но не суть. А, и самое главное, я случайно... Ну, вернее, не случайно, но... Короче, так получилось, что... Разрушил амбарчики. Пока строил. И вот насчет амбарчиков у меня и появилась мысль, что, может быть, именно их я и буду строить в таких вот... заездах, например. Вот сюда, да, если мы сделаем что-нибудь в таком духе. То тут получится два амбара поставить. И здесь еще и какое-то здание потом влезет. Посмотрим. Да, идеально становится амбар. А немного подальше я его так вот отведу. Все. О, и сразу поздравляем. Лимонадный завод, доильный зал, среднее посевное поле и средний фруктовый сад. Ну, отлично. Пока что двигаемся еще в этом направлении. В правильном направлении, конечно же. Смотрим, что нам там добавилось. Среднее посевное поле. Эх... Все-таки барак не идеально стал, но вот так вот нормально будет. А теперь давайте среднее посевное поле я поставлю здесь. Я стараюсь здания не ставить выходящими на основную дорогу, потому что в них постоянно грузовики заезжают и тормозят. Вот как, например... Ой, да. Не сработала моя идея, потому что я не ожидал, что они будут вот прям так по-дурацки сюда заворачивать. Давайте в таком случае, знаете, что сделаем? Я специально для этих амбарчиков построю... такой вот заезд немного вовнутрь, то есть еще одного дублера. И я думаю, таким образом мы сможем выкрутиться. Тут под мостом уже ничего не сделаешь. Это для того, чтобы грузовики не захламляли мне основную дорогу. То есть они вот тут заехали, тут завезли и выехали отсюда. Вот, теперь это работает правильно и хорошо. Можно даже позахламлять теперь эту территорию и посмотреть, какая у нее пропускная способность будет. А добавим просто для колоритности сюда несколько... зерновых элеваторов. Ух, постоянно забываю название. Но вот такое вот название. Режим сбалансированное, порожнение. Ну, пусть так работает, но, по-моему, что-то не так с этими режимами. Оно вообще ни на что не влияет. А здесь поставим заполнение. В малом зерновом элеваторе, хотя, опять же, он не настолько и мал. Тут 300 тонн и 12 фур. А в этом 15 фур и 400 тонн. То есть, несмотря на то, что он в два раза больше места занимает, он не намного и больше. Так, тут мы поставили поле, это тут у нас пшеница выращивается, да и сойдет. А, и что нам еще открылось, кроме пшеницы? Мельница у нас была, загон был, а вот доильного зала не было. А вон там у нас коровки живут, но это не принципиально. Ставим его, наверное,
ну, нормальное место, в общем. А, оно еще и загрязнение дает небольшое. Не так важно, пусть дает, наверное. Да, вот так, и значит, что тут вот такое местечко образовалось. Тут можно тоже, скорее всего, поставить одно складское помещение, почему нет? Ну, то есть оно тут просто влезает, поэтому пусть будет. А теперь здесь злаковые культуры нужны, их скоро завезут в доильный зал. Ну, интересно, кстати, что везде вот все это нужно. О, привезли, вот смотрите, да, как коровки здесь пасутся. Нет, подождите, это не коровы, это... Нет, это коровы. Какие-то нездоровые такие. Ну ладно, пусть будет. Каким образом их тут доят на этой штуке, мне не совсем понятно. Может быть, есть у нас специалисты, которые разбираются в этом всем деле. Я, знаете, кто-то прикалывается, типа, надо, брат, откуда у тебя в комментариях будут специалисты там по какому-то направлению? Вот не поверите, наверное, почему угодно находятся люди, которые действительно разбираются хорошо. По-моему, какой-то лимонадный завод у меня еще был. Вот точно я уверен. Наверное, в уникальных зданиях. Да, смотрите, у меня есть была пекарня. А я ее не ставил разве? Короче, пекарня — это уникальное здание, мы посмотрим еще его. И теперь есть еще лимонадный завод, но видите, для него нужна выработка стекла. А это не скоро. Поэтому давайте, наверное, пекарню, для нее вроде бы нужно мясо, злаки и мука. Но это... Ну, судя по иконкам, по крайней мере, я вот прям не уверен, но да. Вроде бы по иконкам это действительно так. Можем вот здесь разместить, недалеко от трассы. Выезжает здесь... Ну, место хорошее, в принципе. Нам нужно заполнять, побольше строить таких зданий. И нормально будет. Да, и здесь я воспользуюсь возможностью такой, данной мне. Сделаю дорожку. Да, кто-то скажет впритык прям к зданию. Ну, ради бога. Мне все-таки с модами позволительно это делать. И прям здесь я хочу поставить еще одно складское помещение. Потому что тут рядом, ну, мне кажется, нужно... Да не простое складское помещение, а нет, тут не влезет никакое. Ладно, давайте поставим обычное для начала. Так, секунду. Надо вспоминать. Здесь маленький амбар, да. А, он даже 3 клетки занимает. Странно, мне почему-то показалось, что меньше. Ладно, тогда будем ставить не маленький амбар, потому что это не вариант в данном случае. Поставим несколько элеваторов. Ну, само собой, я их расположу на каком-то расстоянии друг от друга. Пусть здесь хранится с опорожнением. Ну, непонятно, как работает, ладно. Опорожнение будем ставить, чтобы не накапливалось. И смотрите, мы теперь вырабатываем живые продукты, которые нам тоже, скорее всего, нужно где-то хранить. И мы их явно будем хранить не в амбарах, потому что тут у нас злаковые культуры хранятся, а здесь, где там эти амбарчики, тоже злаковые культуры. А хранится получается, что животным продуктам негде. Посмотрим, могут ли складские помещения хранить животные продукты. Ой, это какой-то большой прям, ой-ой-ой, ох. Ладно, давайте начнем с этого. Я здесь проделаю еще одну дорожку такую. О, слушайте, супер мысль. Вот так. А почему нет? И здесь у меня будет вот такое складское помещение. Именно так стоять. Хранимый ресурс, животные продукты. Да, я совсем забыл о них, надо же. Ну хорошо, что вспомнил. И нам нужен еще один склад. Вот даже еще один. Кто бы мог подумать. А его я попробую сделать прямо возле этого. Надеюсь, поместится туда. Но если не поместится, то... Ну, конечно, с анархией все помещается, а без нее нет. Ну, в таком случае, ладно, тогда это я убираю. Эта дорога нам тоже не нужна, наверное. Хотя мы можем для чего-то ее использовать, но я еще подумаю. И нам нужен обязательно еще один склад, на котором бы хранилась бы выпечка, которая здесь у нас. Ну, просто как буферная зона небольшая. А выпечки мы много хранить не будем, поэтому я использую еще одну складскую площадку. Одна у нас здесь идет, а вторую... Ох, какие тут пробки, да, смотрите, сделались. Все-таки слишком много я поставил здесь зерновых элеваторов, давайте один из них переставим. Ну, например, сюда. Да, я не ожидал, что настолько мощные пробки будут. Нужно как-то все-таки сильнее распределять, но теперь да, вроде бы 2 в том заездике нормально. Нужно очень аккуратно с этими зерновыми комбайнами и так далее.
Так я хотел поставить площадочку, складскую, маленькую, на которой бы хранились мои промежуточные ресурсы. Но тоже, поскольку вот грузовики прям мощно будут на нее заезжать, я, наверное, сделаю дорогу. Так, расстояние я запомнил, какое приблизительно нужно. Давайте так. Да, идеально. Конечно же, я запомнил. Опять же, по той же самой причине, чтобы грузовики не создавали пробок на основной дороге. И что у меня здесь производится? Выпечка. Давайте хранить здесь выпечку. Не понял. Ага, уникальные фабричные продукты. Вот так вот. То есть, да, это уникальный фабричный продукт получается. А все производимое на уникальной фабрике относится к предметам потребления и может продаваться в коммерческих зонах. Не может импортироваться, должен привозиться на месте. А, ну, в общем, да. Я правильную иконку поставил. Такой вот нюанс небольшой. А, о зонах тоже есть. Посмотрим, будут ли забивать. А вот тут у нас, смотрите, муки уже еще больше стало. Скоро прям полностью завалят. А здесь в амбарах не похоже, чтобы они как-то забивались особо. А нет, вот лежит груз. Хотя, может быть, это пропы, которые тут всегда лежат. Непонятно. И посмотрим, что нам нужно до 4 уровня теперь. Дотянуть нам нужно 550 человек, а тут уже столько работает, и немножко ресурсов еще выработать, это чтобы было 4500. А, ну давайте дожмем, я думаю, что нам еще одно поле со злаковыми культурами явно не помешает, ну из того, что я вижу. Ну тем более нам открылось же большое поле, и мы можем его как раз поставить. Мельница еще одна не нужна. Средний фруктовый сад, подождите-ка, у нас еще и средний фруктовый сад открылся. Давайте ставить его. А вот так вот. О, нет, нет, теплицу я такую большую не хочу, это не прикольно выглядит. Яблоки, апельсины, груши. Ну вот груши такие зелененькие, прикольные, мне не нравятся. А пусть груши остаются, они сдают злаковые культуры. Это какое-то безумие, как груши могут добавить злаковые культуры, но тем не менее это так. Как бы странно ни звучало. Я смотрю на это поле, думаю, может его тоже куда-то в сторону повернуть. Ну, например, в ту. Давайте попробуем. Опять же, по той же причине, чтобы грузовикам не забивало трафик. Они, вот я вижу, что все вот так едут. И тут как раз нормальный будет заезд на поле, очень хороший. Вроде бы так распределил, плюс-минус я тут все. Ну да, с такими зонами на самом деле намного проще работать. И что мне нравится, грузовики не все пользуются мостом, а некоторые назад возвращаются. И вот по моим вот этим вот таким смешным дорожкам, если честно, возвращаются обратно на трассу уже. Да, тут однополосная, двуполосная, короче, как-то развод. Хотя тут логичнее было бы, наверное, трехполосную сделать. Оп-оп-оп, все, приехали, да? Ну, вот так. Тут тоже выезд есть, его вот не видно, но вот, да, проезд Александр. Подожди, а проезд Александр, серьезно? Это, кстати, за шоссе считается. Ну, в общем, здесь есть выезд тоже такой небольшой, незаметный, я его кое-как сделал. Но нормально теперь работает. Смотрим на производимую продукцию. 3000. Ну да, я в любом случае хотел еще поле добавить. Я заметил, что полей мало не бывает. Среднее посевное поле. Ну, тут дорога сама по себе напрашивается вот в этом месте. А, поэтому давайте ее там поставим. Ну, два поля как раз вот так вот соединяются как-то между собой. Ну вот идеально дорога там становится. А, как раз основная часть трассы не будет забиваться у нас. Ставим. А, мешает вот это немного. В таком случае эту дорогу мы удалим. Я сделаю, протяну вот так. Так, вы, наверное, уже понимаете, да, что я хочу сделать. И вот это подвинем немного. Все, теперь отлично. Еще одно поле сюда отлично станет. Среднее посевное поле, вот так. И это я тоже поверну на эту сторону. Опять же, для экономии трафика. Здесь у нас хлопок будет. Здесь у нас, если пшеница, тут хлопок, ну хорошо. А, мне на самом деле нравится такая тема. Отличное размещение, здесь нормально тоже в начале. И город наш снабжает людей тоже работниками. Вроде бы пока что на недостаточность недостаточно рабочих никто не жалуется. Тут можно какой-то парк им еще поставить. Скорее всего, тут парков сейчас дико не хватает им. Нет, сильно большой для такого городка. Давайте какие-то такие, да, вот типа общественного бассейна. Они, по-моему, невысокий радиус имеют, как раз то, что нам нужно. Или же йога-парк. Почему нет? Йога-парк идеально охватывает весь этот город. И, насколько я помню, имеет очень хорошую мощность. Только я его немного проверну сейчас с помощью мувита. Мне не нравится, как он стоит. Я хочу, чтобы он стоял параллельно клубу у нас. И мне кажется, что это добавляет какой-то необычности в город, если вот в здание заход идет не такой, как всегда.
Только вот это дерево меня сильно смущает, хочу его поправить. Пусть оно на тротуаре там где-то стоит. Вот так. Ну что? Главное, чтобы работало, люди будут пользоваться этим парком, и думаю, шикарно. А сейчас здания пойдут улучшаться, смотрим теперь, что по паркам тут происходит. А, это здравоохранение было. Надо же. Хм, я почему-то думал, что йога-парк это парк. Оказывается, йога-парк это не парк. Ну, раз у нас тут йога, давайте еще японский сад поставим. Только я его почему-то найти не могу. О, четвертый уровень. Швейная фабрика, ремонтное сельскохозяйственное здание, большой амбар и скотобойни нам открылись. А, ладно, поставлю тропический. Ой, нет, это вообще печаль. Вот он, японский сад. Странно, что я его сразу не заметил. Давайте заменим вот это здание ровно в центре города. Ну, пока что в центре города. Но что поделаешь. И теперь уже будут жить они получше, намного интересней. А где-то у нас еще были баскетбольные площадки. Так это у нас теннисный корт. Ну, давайте теннисные корты, ладно. Работяги любят теннисные корты. Тут кто-то умер, не вывозят. Ну, как обычно все. На окраине где-то я буду ставить. Тут все равно шумно. Больше там ничего не влезет. И можно баскетбольную площадку поставить вот здесь. Не знаю, возле чего. Тут у нас какое-то электричество шло. Ах, да, это соединяется все электричеством. Кстати, удивительно, что до сих пор хватает одной ветровой установки на все это дело. Так что добавлю на всякий случай еще одну. Жалуются уже люди на то, что свалка здесь нужна где-то поблизости. Ну что, дадим им свалку какую-нибудь хотя бы? Давайте дадим. О, знаете, немного запутался, где свалка. Ее-то перенесли вот сюда. Искал значок, а вот теперь тут отходы и промышленность. Вот так это называется по-интересному. Я поставлю, наверное, просто несколько тут центров переработки отходов. Вот так, две штуки. Я думаю, что их пока хватит. Электричество им, по-моему, не нужно, да? Нет, к сожалению, нужно и электричество, и вода. Ну, поэтому я больше люблю завод перерабатывающий, потому что он еще электричество может вырабатывать. Ну, ладно. В принципе, и это тоже хороший вариант. То есть, если эти штуки у нас производят ресурс, то завод по переработке отходов у нас вырабатывает еще и электричество. Ну, ладно. Главное, чтобы все-таки какие-то мусоровозы были. Они тут идеально долетят в городок быстро и вообще без проблем. Место, по-моему, идеальное. Для свалки прям лучше не придумаешь. Ну или где-то здесь уже можно было дальше, оно и так подойдет. А, да, нам открылись здания в четвертом уровне. Давайте смотреть, что это за здание. Это у нас... это было. Доильный зал был. Скотобойня. Не помню, была, не была. Большой амбар открылся. Это хорошее большое хранилище. Скотобойни не было. Большие поля все еще не открылись, и, по-моему, нам открылись фабрики уникальные. Да, вот она. Швейная фабрика. Ну, для этого нужен, смотрите, какой-то еще ресурс интересный. Непонятный для меня, по-моему, это пластик. Да, это пластик. То есть нам еще, в общем, нужно и нефтепродукты теперь вырабатывать для других уникальных фабрик. И некоторые другие поля мы будем, наверное, уже смотреть в следующей серии. Ну, а эту серию, такая вот она получилась сельскохозяйственная. Думаю, на этот раз получилось у меня намного лучше организовать все вот эти вот проезды. Тем более, хочу напомнить, что это без трафик-менеджера. То есть сейчас у меня вот такая вот ситуация по пробкам в такой промышленной зоне. Без него и я не хвастаюсь, это факт. Ну, в общем, на этом буду с вами прощаться. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания. И увидимся в следующей серии.